И последней выступит Саманта Паркингтон. Американцы гордятся своим прогрессом. Мы гордимся прогрессом, машинами на фабриках и товарами, которые они производят. Но американцы также гордятся своей честностью. На прошлой неделе я ходила на фабрику и видела то, о чем никто не говорит. Я видела детей, таких как я, которые работают с раннего утра до позднего вечера. Они грязные. Им холодно, и они не могут уйти. У них нет времени на школу, и они слишком устают, чтобы играть. Эти дети страдают. Я знаю. Я сама видела. Если на фабриках страдают дети, то нам не нужен такой прогресс. Это не то, что я написала в сочинении, но я должна была это сказать. Американцы — добрые люди. А добрые люди заботятся о детях, даже если это чужие дети. И когда мы будем заботиться о детях, мы сможем гордиться и нашими фабриками, и нашим прогрессом. Спасибо. Спасибо.